Вы смотрите «Гороскоп Зорха и на ТВ», с вами снова Зунды Лама. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля, 23-й лунный день. Этот день благоприятен людям, родившимся в год собаки и овцы. Сегодня хорошо прилагать усилия к реализации задуманного, воспитывать детей, брать приемного ребенка и жениться. Успешной будет торговля, работа в поле, саду, огороде. Также легко пойдут дела, связанные с водой, молоком и серебром. Благоприятно сегодня заключать мирные договоры, обращаться с просьбой. Сегодня можно забирать имущество, а вот расставаться с вещами нежелательно. Не стоит отправляться в дорогу в юго-западном направлении. Неблагоприятно сегодня делать оружие и охотиться. Нежелательно сегодня впервые ставить на ноги маленького ребенка. Стрижку волос к увеличению богатства. И помните, если освободить проблему от эмоций, останется просто ситуация. Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены как в магазине. Быстро, удобно и просто. tg-absolut-shop.ru